что больше всего походит на лампочку, чем другая автомобильная лампочка. Можно подумать, раз лампочки похожи, то они одинаково освещают дорогу. Однако эффективность и срок службы лампочки в первую очередь зависит от материалов и инноваций, которые были использованы в ее производстве. То есть высококачественные лампочки являются более эффективными и имеют более длительный срок службы, а значит лучше обеспечивают вашу безопасность. Поэтому, когда вы будете сравнивать две лампочки, помните, они могут быть внешне похожи, но не обязательно имеют одинаковую эффективность. Возьмем, к примеру, галогенные лампочки от Philips, сделанные из кварцевого стекла. В чем суть преимуществ кварцевого стекла? Да в том, что уникальная технология Philips позволяет извлечь пользу из естественных свойств кварца. Представьте себе, что произойдет, если хоть одна малейшая капелька воды проникнет в вашу автомобильную лампу, когда вы ведете машину под сильным дождем. Давайте посмотрим, как реагирует на такие суровые условия обычное и кварцевое стекло. Когда хоть лишь одна капелька воды попадает на горячую поверхность стекла, кварцевая лампочка от Philips остается целой. Она взрывобезопасна. Почему? Потому что поверхность кварца обладает естественной устойчивостью к внезапным колебаниям температуры, что и происходит при попадании холодной дождевой воды на горячую лампочку. Это делает лампочки Philips из кварцевого стекла идеальными для тяжелых условий вождения и обеспечивает их долговечность. Кварц также обладает уникальной прозрачностью, что означает, что лампочки от Philips из кварцевого стекла освещают лучше, чем лампочки из обычного стекла. Благодаря кварцевому стеклу, галогенные лампочки от Philips обладают повышенными показателями мощности и длительными сроками службы. Поэтому не забывайте, где бы вы ни вели машину, по комфортабельному шоссе или по тяжелой сельской дороге, галогенные лампочки от Philips всегда обеспечат вам надежное и длительное освещение, делающее движение безопасным.